Правая рука на уставе. Андрей Потапов произносит слова присяги. Клянется работать во благо жителей города. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах развития города Кургана и благополучия его жителей. Знак власти «Цепь» главы города Андрею Потапову вручил исполняющий обязанности председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров. Со вступлением на должность главы города Андрея Потапова поздравил в Рио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Я надеюсь, что с этим событием мы окончательно положим, скажем так, конец неопределенности, двойственности и другим, скажем так, не очень правильным посылам. Также глава региона озвучил задачи перед новоиспеченным городоначальником. Их главная цель – улучшение качества жизни горожан. Город Курган под вашим управлением должен превратиться в город Курган. В хорошем смысле слова, таким, каким мы его помнили раньше. Это зеленый, уютный, комфортный город. И приобрести новые черты, которые будут интересны нашей молодежи, для того, чтобы она наш город не покидала. Обновления должны стартовать именно здесь и сейчас, подчеркнул Вадим Шумков. В частности, он акцентировал внимание на модернизации городской инфраструктуры, ремонте улично-дорожной сети и наведении порядка в работе управляющих компаний. Он отметил, жителям города главное, чтобы власть работала эффективно, дворы и дороги были чистыми, а муниципальные услуги оказывались качественно и без нареканий. Это и будет показателем эффективной работы всех уровней власти. В своем ответном слове Андрей Потапов заявил, слова присяги для него не пустой звук. Это слово руководителя, которым не безразлично развитие родного города. Я уже говорил о том, что для меня быть главой города Кургана – это большая ответственность. В первую очередь перед людьми, которые здесь живут, которые ждут от власти принятия конкретных решений, ответственность за его настоящее и будущее. В завершении Потапов поблагодарил всех за оказанное доверие, дал обещание, что Курган станет городом, которым все будут гордиться. Максим Хохонин, Тимур Нацулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».